тоже там есть. Мы начинаем наше путешествие. Разговариваем тихо, потому что погранцы пасут. Переходим через реку. Это начало нашего маршрута. Мы только что минули пограничную зону. Скоро пойдем на снегоступах. Итак, 6 утра, без 10:06. Не знаю, как вам, друзья, мои впечатления об бэккаунтере — это нифига не отдых. До зоны, где сходят лавины. Вот такие вот тут заваленные деревья. В следующий день туда ходит. Одеваем снегоступы. Джунгли? Ноги проваливаются, уклон меняет. Идем дальше. Ребята, снегоступы — это хрень. Купайте сплит. Такие углы, ноги проваливаются, едут вниз. Это кошмар какой-то вообще. У меня уже просто сил почти не осталось. Сейчас поели. Вроде как получше. Вот. Топали вон туда. Кончилась вода. Идти еще жестче. Самое сложное место прошли. Я чуть не улетел в пропасть.
4 часа 09 минут. Итого 10 часов подъема. Подъем. Раз, два, три. Погнали. Oh,
was the echo in the light.